Друзья, маракас, наверное, самый распространенный перкуссионный или так называемый шумовой инструмент, который применяется в латиноамериканских танцах. Сейчас хочу вам показать два вот таких вот варианта. Ну, так вот заодно послушайте, как они звучат. Ну, в общем, как и должны, собственно, звучать маракас. Они бывают больше, бывают чуть-чуть меньше, бывают немножко другой формы. Ну, в общем, в данном видео вам покажу вот такие вот варианты. Веселая у них раскраска. Надо сказать, что раскраска у них может быть любая, то есть на фотографии вы можете видеть у нас в магазине один цвет, один узор, вам может прийти совсем другой, поскольку дизайн постоянно меняется, мастера, которые их изготавливают, не стоят на месте, и нам физически очень трудно уследить за тем, как меняется дизайн этого инструмента. Одно остается постоянным, это такой вот звонкий звук, качественное изготовление, ну и, конечно же, симпатичная такая вот красивая раскраска. Поэтому, если вам нужен вот именно такой вот аксессуар для ваших там каких-то мероприятий, пожалуйста, заходите. Я думаю, что вы будете, или вернее останетесь довольны. Спасибо.